Ну, я об этом и говорю. Если вдруг кто-то все-таки останется, вот они сделают с этими людьми все, чтобы они не остались там. Да? Так что, кстати, вот эти три села. Очень интересно, что именно Россия потребовала от этих людей оставить эти села. Потом и это было зафиксировано. Власти Арцаха, который, представитель которых пришел в село Агавно, он сказал, что российские миротворцы дали нам время до 25 августа, чтобы вы покинули село. То есть этническая чистка под эгидой России. Это миротворцы. Миротворцы занимаются этнической чисткой. Для России это нормально, да, они занимаются этнической чисткой и в Арцахе, и на Украине, в Украине, я извиняюсь.